Конечно же, мы организуем и ночное катание, как на Тунале, так и на Понте де Леньо. Но если вы хотите развлечься после катания еще с лыжными ботинками на ногах, на склонах вас ждут веселые бары апрески. Мы на перевале Пассо дель Тунале. Эта музыка слышна из бара Апрески Баракка. Здесь каждый вечер работает диджей, который развлекает гостей со всех точек Европы. Людей, которые любят после катания на лыжах повеселиться, потанцевать и попить пиво. Бар Баракка открыт с 4 до 8 вечера. А на высоте 2000 метров в баре Негрителла каждый четверг живая музыка. В последние 10 лет стало очень модно ездить в горы не только, чтобы кататься на лыжах, но и чтобы расслабиться, отдохнуть и развлечься. Ну а кто не катается на лыжах или для тех, кто хочет разнообразить день, пожалуйста, аэросани или гокарт. Для любителей прогулок по снегу мы предлагаем снегоступы, а также есть школа езды на собачьих упряжках на склоне Тонолино. Трасса Тонолино проходит вблизи итальянской школы управления собачьими упряжками Армена Хачикяна. Эта школа была открыта в 80-х годах, и до сих пор она управляется знаменитым Арменом Хачикяном. А если вы любители беговых лыж, то в долине Вальсудзина есть много проложенных беговых трасс вдали от подъемников, в тишине, в окружении живописной природы. Беговые лыжи – это замечательный, натуральный и легкий вид спорта для всех возрастов. Мы предлагаем групповые уроки для детей от 4 лет и для всех любителей прогулок по заснеженной природе в тишине и полном спокойствии. Здесь, в центре по беговым лыжам, работают инструкторы лыжной школы Понте де Леньо Тунале, которые преподают как технику переменного шага, так и технику скольжения. А также есть инструкторы, специализированные на преподавании людям с ограниченными физическими возможностями. В центре городка Понте де Леньо есть множество баров и типичных магазинчиков с местными товарами, которые скрасят ваш отпуск. Наш курорт Адамелло Ски никогда не останавливается на достигнутом. В последующие годы будут реализованы новые проекты. В этом году планируется полная реконструкция ледника Презена. Мы находимся в точке прибытия кресельного подъемника на Пассо Парадизо на высоте 2585 метров. Отсюда с Пассо Парадизо будет стартовать другая канатная дорога до ледника Презена на высоте 3000 метров. Это будет самый современный подъемник с промежуточной станцией у подножья ледника. Также будут убраны все старые структуры, построенные в 70-е годы, и будет возведена новая современная горная база с баром и рестораном.